Более 700 лет назад с Дальнего Востока мчались конницы, вызвавшие у монархов Святого Престола и европейских государств большое беспокойство. Будто за ночь маленькие, но выносливые монгольские лошади под контролем своих хозяев сотрясли весь европейский континент. Страшнее было то, что западный мир почти ничего не знал об этом всепобеждающем степном племени. В 1245 году итальянский миссионер Джованни Плано Карпини из французского города Леон отправился в Монголию. По поручению Святого Престола миссионер должен был уговорить монголов прекратить атаки и убийства и даже поверить во всемогущего Бога. В городе Каракорум, расположенном в 220 километрах к западу от современной столицы Монголии Улан-Батор, Джованни Плано Карпини впервые своими глазами увидел настоящий облик степной империи. 他们的住宅为原型，以木桩和木杆制成帐篷。皇帝、头人和其他达官贵人都非常富有，黄金、白银、丝绸、宝石应有尽有。他们所有人，从最为幼小者到比较年长者，通通都是优秀的设想。 Смысл этих слов – описание положения в Монголии. Эти слова позволили западному миру начать знакомство с Востоком, который кидане держали в изоляции. Хотя к тому времени Чингисхан уже скончался, его потомки, так же как и этот смелый охотник, не чтили Бога. Джованни Плано Карпини вернулся в гневе и с пустыми руками. Он никак не смог смирить необузданные амбиции храбрых охотников. Несколько лет спустя монголы верхом на лошадях в третий раз отправились в западный поход. На этот раз они вступили в Персию и во всю мощь показали свою ярость. Монгольские сабли обрубили 1/5 территории мира. На востоке до Тихого океана, на западе до побережья Черного моря, на севере до озера Байкал, на юге до Южно-Китайского моря. Флаг Монгольской империи гордо развивался на широких просторах. В 1271 году нынешний Пекин стал столицей империи Юань. Тогда город назывался Даду. Его хозяином был внук Чингисхана Хубилай. В
истории Китая правление династии Юань нельзя назвать долгим, оно длилось менее 100 лет, но запомнилось редкостным могуществом и амбициями. При династии Юань везде были убийства, разрушения и дерзость. Однако именно в те времена четыре величайших изобретения Китая распространялись на Запад с беспрецедентной скоростью. А западная астрономическая хронология, в свою очередь, начала оказывать влияние на Китай. Так, недолгая империя дерзкой династии оставила много загадок и вопросов, один из которых – возрождение забытого уже на 600 лет светло-синего фарфора. Chinese porcelain has so perfect, and it was so popular all over Asia that it had a dominant, particularly in blue and white. It is, if you like, the luxury of ordinary people across the world. В Шанхайском музее представлены фарфоровые изделия из Турции, Ирана, США, Англии, Китая и других стран. Всего более 90 изделий из светло-синего фарфора. Шедевры искусства вновь встретились на родине. Все они появились в эпоху одной и той же династии Юань. В Древнем Китае существовало множество различных фарфоровых изделий, да и печей для обжига было немало. Однако именно светло-синий фарфор распространился наиболее широко и получил известность. Белая основа с синим узором делают фарфор скромным и сдержанным. Откуда же у него такое весомое влияние? Тем более, что светло-синий фарфор династии Юань, изделий из которого сохранилось не так много, широкое признание получил всего не более чем 60 лет назад. Многие задаются вопросом. Когда люди сражаются верхом на лошадях, не имея никакой возможности перенять поэтичность династии Сун, как такое прекрасное и хрупкое сокровище, как фарфор, вообще могло увидеть свет? В разгар лета по великому каналу Пекин-Ханчжоу неспешно снуют корабли. Порт Янчжоу давно уже изменился. Однако о былой суете по-прежнему напоминает стоящая на берегу порта мемориальная арка. В 1275 году после Джованни Плана Карпини в Китай приехал другой итальянец, который прожил в Китае 17 лет. 3 года из этих 17 лет он даже прослужил чиновником в Янчжоу. Это был Марко Поло. В то время в Китае наблюдалась идиллическая картина. Ветра разносили звуки юаньской оперы. А спустя более 20 лет вышла в свет книга «Чудес света», написанная Марко Поло, и на ней помещались все западные страны. Легендарная Поднебесная вызвала интерес у многих.大汗用大理石和各种美丽的石头建造了一座宫殿，宫殿所有房间都镀了金，装饰的富丽堂皇。他的酒杯、酒瓶等物品，有些是由漂亮的镀金金属制成的。大汗的金属器具如此之多，简直让人难以置信。 Однако странно, что в книге «Чудес света» нет никаких рассказов о применении в императорском дворе фарфора. Некоторые даже усомнились, что Марко Поло действительно был в Китае. Некогда министр по чиновничьим делам Су Тяньцзюэ отмечал, что посуда для вина у основоположника династии Юань металлическая с позолоченной каймой. Неужели при династии Юань фарфор действительно не пользовался популярностью? Между синим небом и горизонтом лежит широкая степь. Местных жителей здесь отличает великодушие и открытый характер. На южной окраине Шилингола, в райской степи ранним утром, как только землю осветят первые лучи солнца, семья Мэнгнасуна садится завтракать. Оп.
И по сей день в этой семье редко используют фарфоровую посуду. Она ограничивается лишь несколькими тарелками и чашками. Фарфор для кочевой жизни непрактичен. Чтобы обеспечить свежий корм для скота, скотоводы из сезона в сезон перемещаются между разными пастбищами. Нетрудно понять, что тяжелый и хрупкий фарфор – не что иное, как обуза при непрерывном переселении. А то на тарсамана нудит. Когда их предки мчались на лошадях по Евразийскому континенту, расширяли границы, стремились к отважному покорению кровью и огнем, вероятно, нежный и деликатный фарфор, требующий осторожного обращения, даже не обратил на себя их взгляда. Древняя мудрость гласит, то, что нравится верхам, низы непременно полюбят еще сильнее. Фарфор при династии Сун пользовался широкой популярностью, и это было тесно связано с пристрастием императорского двора. Однако дерзкие монгольские правители в так называемых элегантности и изяществе современников династии Сун видели лишь самолюбие и заурядную скорбь. В течение 300 лет династия Сун с непоколебимостью боролась с династиями Ляо, Цзинь и Западная Ся. Но в конечном итоге ее все же свергла династия Юань. Как в период смуты сохранилась культура? В какую сторону свернул фарфоровый путь? В те времена мало кто сомневался, что построенный династией Сун фарфоровый рай монгольская империя Юань растопчет вдребезги. Сегодня в Муниципальном музее японской керамики города Осака в деревянной коробке тщательно хранится сокровище национального значения. Фарфоровый сосуд с горлышком из китайской печи Лунчуань. Интересно, что этот сосуд был изготовлен не при династии Сун, а как раз в период правления династии Юань. Может быть, вопреки ожиданиям многих, в Монгольской империи фарфор все же не был полностью утрачен. Глубокой осенью цветы купальницы уже полностью отцвели, но степь по-прежнему чарует своей красотой. Развалины Шанду, где когда-то находилась летняя столица династии Юань, уже включены в список памятников культурного наследия мирового значения. Но эти заброшенные места наполняют лишь шепот ветра в тишине. В марте 1260 года Хубилай здесь вступил на престол и стал великим ханом Монгольской империи. После того, как он объявил Пекин другой столицей империи Даду, он отправился совершать высочайший объезд земель двух столиц. В то время любое волнение в Евразии в той или иной степени было связано с двумя юаньскими столицами. Но с течением истории следы правления Юань померкли, как звезды на утреннем небе. Высокие стены и дворцы давно исчезли. Не говоря уже о посуде, едва пережившей военные смуты.
В студии в городе Хухото Ли Далун обучает учеников скульптуре. По специальности он мастер-скульптор, но скульптура стала для него второстепенным занятием. Основное внимание он уделяет фарфору. На склоне холма у берега реки Циншуй, на южной окраине города Хухото, стоят больше десятка гончарных печей для обжига фарфора. 30 лет назад здесь находился знаменитый центр производства фарфора. Именно здесь Ли Далун стал учеником известного керамика Джан Сюаня. Никто и подумать не мог, что оживленное место вдруг опустеет. Сейчас мало кто посещает здешние гончарни. Однако Ли Далун и его наставник все же не хотят отказываться от своего дела. Материалы архивов позволили сделать неожиданное открытие. Оказывается, более 500 лет назад здесь были крупнейшие к северу от Великой Китайской стены гончарни. Свое начало они брали в эпоху династий Сун и Юань и в основном находились в частном владении. Пока ширили слухи о загадочном светло-синем фарфоре династии Юань, вдруг появился еще один вид фарфора, покрытый глазурью цвета гусиного яйца. На этих фарфоровых изделиях часто встречаются иероглифы Шу и Фу. Что они означают? Ответ прост. Шу-Фу – это не что иное, как центральный орган власти династии Юань, Верховный военный совет. Судя по всему, фарфоровые изделия с глазурью цвета гусиного яйца предназначались специально для императорского дворца. На самом деле династия Юань не отказалась от культуры Срединной равнины. Наоборот, она уделяла ей повышенное внимание, ставила фарфор на стол в кабинете, где решались военные дела государства. Но если 5 знаменитых гончарных печей уже канули в лету, то откуда появился фарфор для Верховного военного совета? Может, он, как и фарфор из гончарни Лун Цюань, был пережитком предшествующей династии? Город Лунцюань провинции Джэцзян. Всякий раз перед обжигом 80-летний гончар Диньпинь проводит ритуал жертвоприношения печи. От результатов обжига фарфора зависит существование всей его семьи. Старик Динь глуховатый, разумеется, говорит он мало. На его смуглом лице написано, что трудностей он пережил немало. В селе лишь он один настаивает на применении традиционного топлива для обжига – древесины. В большинстве остальных печей используют сжиженный газ. В 2009 году традиционная технология по обжигу лунцюаньского светло-синего фарфора была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Однако исторический лунцюаньский фарфор принадлежит к типу светло-синего фарфора и никакой связи не имел с белым фарфором в глазури цвета гусиного яйца. Говоря вообще, в большинстве случаев фарфор для императорских дворцов поставляли казенные гончарни или специальные мастерские. В исторических материалах появилось название «Фарфоровое управление Фулян». Фулян, казалось бы, известен мало, а вот название Диндэджэнь знакомо многим.
В те времена Динде Джейн подчинялся уезду Фулян, а прославился он в годы правления под девизом Динде при династии Сун. Странно то, что Динде Джейн, имея столь широкую славу, не смог занять свое место среди пяти знаменитых гончарин династии Сун. Сегодня в Динде Джене и современные улицы, и узкие темные переулки скрывают тень фарфора. Здесь живут мастера, владеющие высокой технологией. Под полотном дороги из фарфоровых осколков спрятано бесчисленное количество историй. Вскоре после своего появления фарфор уже тесно был связан с бытом Динде Джене. Неизвестно, это Динде Джен создал фарфор, или фарфор помог Динде Дженю стать известным. В глубине переулка живет мастер Чэнь. 40 лет назад он работал на государственной фабрике по изготовлению фарфоровой утвари «Красный флаг», на которую стремились попасть тогда многие. Сегодня он уже на пенсии и подрабатывает изготовлением деталей для фарфоровой утвари. Современные конвейерные линии позволяют в короткое время выпускать множество современных фарфоровых изделий. При производстве декоративного фарфора и фарфора для обихода ни один этап от подготовки сырья до формовки, от росписи до обжига не обходится без влияния современных технологий. Ручная работа хоть и остается наиболее ценной, но механизмы уже стали незаменимыми. В столице фарфора по-прежнему слышен грохот двигателей. Динде Джен стал ведущим в производстве китайского фарфора и единолично пользуется репутацией столицы фарфора в течение 7 столетий с династии Юань. В 1278 году, как только взяли в плен известного сунского генерала Вэнь Кэньсяна, Юаньская империя поспешно создала в уезде Фулян фарфоровое управление. Это было единственное в стране императорское учреждение по управлению производством фарфора для приношения дани. Почему же своевольные монголы вдруг проявили интерес к хрупкому фарфору? О чем на самом деле думал тогда Хубилай? Теперь это неоткуда узнать, до нас не дошло никаких свидетельств о том, что он увлекался фарфором. Потомкам приходится восстанавливать целую картину по обрывкам информации. Во-первых, для конных сражений требовались деньги, а торговля фарфором, очевидно, была одной из самых прибыльных. Во-вторых, после того, как Хубилаю было поручено управлять срединной равниной Китая, он придерживался принципа соблюдения китайских законов и уважения конфуцианства. Поэтому нельзя исключить того, что он сам проникся сунской культурой. Кроме того, синее небо с белыми облаками и бескрайняя степь даровали монголам их жизненные силы. Облака и стада овец светились белизной на небесах на земле, рождая в монголах особую любовь к белому цвету. А динденджэньский белый голубизной фарфор как раз был по вкусу монголам Юаньской династии. А может быть, причина в том, что при смене власти именно ремесленники остаются невредимыми и продолжают свое дело. 游牧民族啊，他基本上没有独立的手工业，保护工匠呢是占领区域他们经济上的需要。При смене династии ножи и мечи монгольской конницы пролили реки крови. Лишь мастера и ремесленники избежали трагической участи. Монгольская империя, уничтожив государство Цзинь, получила 720 тысяч ремесленников на севере, а при уничтожении династии Южный Сун было получено 420 тысяч ремесленников.